Я знаю, что ты хочешь сделать. Ну и что же? Ты держишь зло на отца. И держишь у себя винтовку с серийным номером. Эта затея плохо кончится. Ты его адвокат? Я твой брат, Скотти. Скотти заходил. Твой брат? Кажется, они повздорили. Милый, прошло столько лет. Недостаточно. Я еду. Ты со мной? Ты не видела, как он обращался с ним в детстве. Мама, take this badge off of me. Конуэй, да? Ты классно играл. И бросил? Не сложилось, я и вернулся. Я много пил, я знаю. Я дал ему 3 дня. Если не уедет из дома, убью. Не шути так. Ты говорил, что я ни на что не годен. Фильм основан на реальных событиях. «90 футов от дома». Это не правосудие, Рэймонд. Это грех.